Челлендж продолжается, это уже третья серия. Напоминаю, что я соревнуюсь с Бесницким в одной жизни в квалификации ДТР. Если ты не смотрел предыдущие серии, то чего ты ждешь? Все ссылки на просмотр имеются в описании. А, кстати, помните о цели в виде 50 тысяч подписчиков на канале до конца лета? Думаю, что да. Ну а некоторые еще не подписаны. Предлагаю это исправить. Также не забывай про лайк с колокольчиком. Желаю тебе приятного аппетита и просмотра. Все ссылки есть в описании, и я начинаю. Вы чё, Галы, думали сегодня я вас оставляю без ДТР? Нет, это будет просто видос, просто смотр, возможно, начало прохождения попутного с ДТРом. Ничего страшного, ДТР вот он на месте. Если кто-то не понял, то я днём выпустил видосик, и некоторые личности подумали то, что сегодня не будет ДТРа. Интересно, почему? В общем, мы продолжаем выживать в ДТРе, это челлендж с одной жизнью с Бесницким. И я, знаете, так почитал комментарии под предыдущими сериями, не у Бесницкого, я у себя почитал и понял, что вы меня сыкуном считаете. Бесницкий там, говорите, мертвый город, вы кисел, да, я чё, я бандитов боюсь, да, за авторитет себе взял, да? Но, хорошо, раз такое дело у нас пошел, раз такой базар-вокзал пошел, то так уж и быть, я сегодня рискну, сегодня я пойду на блокпост военных выкрадывать у них РПГ, конечно, извините, убивать я их не буду, ну, сори, что тут, простите, все таки с военными мне потом еще дружить, возможно, придется, поэтому я как-то пока что без этого поживу. Для бандитов квестик я выполню, правда, есть вероятность того, то, что все таки бандиты уже ушли, хотя это не точно, но сейчас посмотрим, они находятся на ТП, у них имеется квест на РПГ, который располагается на блокпосту военных, и мы будем скрытно туда сегодня идти. И если после этого, все-таки, если я выживу каким-то магическим образом, если после этого вы мне скажете, Голдмен, ты сыкло, Голдмен, ты что-то как-то это пассивно слишком уж играешь чересчур, ну это бан, извините. Не, ну ладно, я банить уж не буду, я просто такой типа, ну я не знаю, но это уже будет неуважение ко мне лично, уж извините. В общем, дошли мы до бандитов, ну а если они все-таки ушли, а они могут уйти, то уж извините, я за ними бегать не буду, хотя стоп. Как я слышал, там бандитов, так, крыска, ты чего? Дура, пришла под ноги ко мне. Ой. Ага, бандиты на месте, собственно. Здорово, Агалы, здравствуйте. Так, а это самое. А, работа. Да без базара найду, натуре. Найду, братан, ну найду, найду. Без базара, ты чего? Ты думаешь, я Голдмен, не найду твою пукалку, что ли, другу? Как раз спрыгнуть, два раза пукнуть? У меня еще в планах сегодня дойти до болот. Опять же, если я вообще выживу, хотя это может быть маловероятно и прочее. Так, забираем тут, давайте-ка, РГДшку. Радиации 0, отлично. Тут еще вон патрошки валяются, надо забрать. Тут, кстати, еще в ящиках, по-моему, имеется дозиметр, мне говорили. Хотя сейчас мне он уже нахер не нужен, по сути, своей. Но ящики, думаю, есть смысл поразбивать, ибо водка, да, какая-нибудь еда, возможно, в них все-таки может дропаться. Чувачок стоит, пердит. Слушай, давай-ка, может быть... Нет, ты как-то в каком-то таком месте встал, знаешь, не очень хорошо. Давай-ка сейчас все пособираю, потому что Сидорович это любит, и надо мне денежку копить и всякие вещи собирать. Так, пусто. Вот мне никогда не дропался здесь дозиметр. Вы вот всегда мне рассказывали, сколько я играю в ДТР, то что здесь имеется дозиметр. Где? Where? Никогда. Никогда. Вот веревка дропнулась. Реально, вот сколько бы я не играл, сколько бы раз я не запускал, а играл, извините меня, много раз в ДТР уже, ни разу не падал отсюда дозиметр. Ну, может быть, один. Нет, не один. Я такого не помню. Так, залазим давай-ка сюда. Посмотрим, что у нас здесь имеется. О, ящик. Кстати, а давай. Разбиваем пустой ящик. А тут что? Тоже пустой. Да ты, фу, просто говно ТП это вонючая. Без хабара, без ничего. Разочаровало меня ТП, разочаровало. Ладно, так уж и быть. Отправляем сейчас, наверное, обратно до Сидоровича. Ибо у меня перегруз, извините меня. С перегрузом я уж не пойду. Кстати, противогаз где-то уханькал каким-то образом непонятным. Ладно, не суть. У меня, кстати, есть энергетик, в случае чего. Я сейчас его, наверное, в том числе заюзаю. Так, надо, да и поешь. Сидорович, привет. Давненько мы с тобой не виделись, однако. С конца предыдущей серии. Так, АТП захватил. Или сволочи, я не буду это делать, мусор нет, все, у тебя квесты такие же говнястые остались. Так, ну что, на, держи сварочные очки. 200 рублей, боже, 200 рублей, какая сумма, а, на, вот это вот, 500 рублей. Я, Сидорович, понимаю тебя прекрасно, но нет другого хабра, там ничего больше не нашел. Так, ладно, чтобы у нас все было хорошо с весом, я пока что повыкладываю всякие вещи, которые мне сейчас явно не пригодятся, и которые мне дают лютый перегруз. Вот так давайте сделаем, и, в принципе, на, вот это давай выкладываем. Что еще, дробь нам нужна, это нам надо. А все остальное весит либо мало, либо не весит вообще, типа, так что насрать. Так нормально будет, думаю. Да, у меня еле стамина тратится, по-моему, она у меня вообще не тратится. Ну, либо тратится сам прям совсем чуть-чуть. Ну что? Сейчас, собственно, я прям сегодня какой-то на спидах, как будто бы серьезно, не знаю, почему так, но сейчас мы отправляемся к военным. Забирать у них этот РПГ забирать. Я не знаю, ребят, честно, я говорил в предыдущей серии то, что я не умею данный квест выполнять никак. У меня никогда его не получалось выполнить с первого раза и выполнить нормально. Поэтому, возможно, сегодня будет исключение, я надеюсь. Вот, точнее, нет, я не так говорил. Я говорил то, что если у меня получается, то получается с первого раза. Либо не получается потом вообще никак. Но так как я не могу перезагружаться, то в целом, это по мне. Это мне.
А, это там стреляются. Блин, ну ты как бы внимание привлекаешь, нет? Ну, так, ботинки надо разобрать, думаю. Ибо нафига они нужны мне. Короче, ладно, меньше слов, больше дела. Попытаться надо. Я думаю, что все-таки шансы у меня есть довольно-таки неплохие. А потом я со спокойной попой. Ой, душой. Пойду на болото, собственно. У меня тут даже крестик висит. Хотя место тоже на самом деле довольно-таки опасненькое. Тут вроде как кровосос вообще имеется. Да хер с ним. Вот говорится то, что я трус, да? Вот все, я не буду трусить, я буду не прям уж лететь, потому что если я прям сейчас полечу в те места, где меня будут насиловать, это уже будет считаться, что я забайчен. Я буду максимально аккуратненько играть. Ну, а вот это вот что такое? Вот это вот? Вот это можно убрать? Нет, как-нибудь. Ребята, у меня важное задание, между прочим, да? А вы меня мешаете сейчас. Давайте вы как-нибудь разберитесь сами, да, в сторонке, да? Там, какие-нибудь вот уточки, вот здесь разберитесь. У меня важное задание, мне нельзя его никак профокапливать, да? Понимаешь? А вы тут что-то сам начали свою гемагогию, что вы там начали? Погоди, опа, дохлые два товарища. А вы разобрались, да, все-таки? Я даже знаю, кто сами разобрался. Все, иди. Чего у тебя было? Ничего полезного? Ничего полезного, как обычно. У этого три пустых, четыре пустых товарища. Боже, ладно. У меня нет поливитаминов, кстати. А, жаль, что нету. Так, на тебе эту вот херню. Блин, радиация тут, конечно, присутствует, но сейчас я надеюсь, то, что я буду ее обходить аккуратненько. Кстати, как пакет конопли нашел. Че даешь? Ничего. Че это такое? Че за звуки? А, это, походу, ветер, да? Травушку шет самое. Ну, вы поняли. Ну, видимо, да. Так, тихо. Вот я не понимаю, вот почему я не могу спокойненько, вот аккуратненько, да, все сделать максимально. Почему вечно какие-то шорохи, звуки и прочее? Вот что за дичь, а? Почему так? Вот, кстати, мины, то есть я вот так по заборочку потом обегу, да и все обратно. Если вообще получится у меня это сделать. Так, ну здесь вроде как палить не должны, да, вон они застоят за странцем. А если их убить, кстати, всех? Да нет, я же не убью, ты что гонишь, что ли? Я же сдохну нахер. У них вроде как они так-то знатно дамажат, поэтому не-не-не. Это даже как вариант не рассматриваю. Ну, вроде не палят, вроде им как бы похер на меня пока что. Если я буду долго все тут делать, естественно, они меня спалят миллиарды раз. Так, тайничок, давай-ка. Давай, постой, бывает, ладно. Ой, сейчас, подожди. Попили водички. Святой. И полетели, блин. Мне тут задание предлагают устроить рейд на группу изломов на окраине Припяти в книжном магазине. Гляньте в оба, если будете рядом. Сашка Усатый, ты откуда вообще-то? Ты чё обманывают-то? Ты там сидишь в своей деревне новичков, да, пердишь? Это военный стоит? А, это умывальник там местный, точно. Ни хера не делаешь. Какая тебе Припять? Ты чё, дурак, что ли, на туре совсем? Так, ладно, в аномаль, наверное, я уж не буду болты кидать. Ибо, ну, звук может вернуть. Ладно, все, мужик. Я мужик, ребят. Я мужик, я буду сейчас максимально сосредоточиться. Максимально прям возьму себя в руки. Максимально буду внимательным. Это важно. Если что, можно убежать. Думаю, что ну типа, ну не стыдно, мне кажется. Че удел? Ну убежал. Че бог хит-то? Че, нормально, ребят? Все хорошо? Я, это мышка-нарушка. Эть, да ёб твою мать! Почему так? Почему так выходит-то все криво-то, а? Ладно, попытка номер два. Ничего страшного. Главное, чтобы не спалили. Главное, чтобы не заметили. Главное, чтобы никакие мутанты не прибежали ко мне сейчас и начали по мне стрелять. Так, вот тут главное на самом деле еще и шифтить как в какой-то мере, потому что шаги же они тоже как бы. Смотри, это же военный. Это же военный стоит. Бляха. А ты сидишь или стоишь, или что ты? А ты можешь уйти, мужик, а? Бляха, твою мать, а? Или че, или им похер на меня? Типа не видно. Блин. Че делать? Да я не знаю. А, но он же прямо тут, он меня сейчас спалить может. Как меня запрыгнуть надо как-то? Ну не палит, смотри, ему пофиг. Еще я просто за забор обратно швырнусь и все. Тихо. Кого? Боже. Он спит, да? А, он спит. Все, так, давай. Аккуратненько, тихим ходом. Год за годом. Бляха-муха. И все, я не знаю, я как-то сейчас пока прохожу, но я могу сейчас забор. Я могу, в принципе, в любой момент еще сейчас забор нырнуть, и мне ничего не будет особо. Да, меня спалит, но я смогу. Почему вот ты вот тут стоишь, а? Ты же обычно не должен тут стоять, а? О боже, не хочу я все. Можно я уйду, а? Ладно, все, давай, до конца до талого. Я сейчас по-любому спалюсь. Ну как мне спалиться-то? Боже, сейчас мне придется шуметь. Так, сохраняемся, хотя зачем это делать? Я же играю с одной жизнью. Типа ты тут умер, все. И заново все начинай. Да вот чуть-чуть. Сука, вы чё рофлите, как мне пройти-то? Я же делал гайд по ДТРу, как проходить это место. Что я туплю? Тут надо спрыгивать, короче, где-то вот примерно. Блин, может, не надо было спрыгивать, ладно. Надо было спрыгивать, я помню. И просто пройти по лесенке, все, ничего тут страшного нету. Да, вот на этой херне точно нельзя бы. Я там не мог никак пройти, я же помню, я же все это дело исследовал. Так, тихо, ты только не поворачивай. Блин, я прям близок к нему. Ё-моё. Так, ладно, ты вроде не поворачиваешься, да? Ты стоишь там. Ну, просто я сам гайд делал по ДТРу, по этому квесту. Я прям помню, как я проходил. Так, ну тут никого... Он АФК. Так, а здесь... Молодец. Бляха-муха. Все, коту под хвост, да? Все, коту под хвост. Сейчас у меня будет, если сейчас я умру где-нибудь здесь. Это вообще все, коту под хвост!
Не спалили, надеюсь, еще? Так, антирад. Ага. Какого лешего? Почему настолько мне не везет? Просто почему мне настолько не везет? Почему тайник минирован именно на блокпосту военных? Почему? Мне кто-нибудь это объяснит? Как так вообще вышло? Так, спокойно. Значит, аптечку давай. Значит, давай быстро. Просто хотя бы аптечку. Тихо, только, пожалуйста, это самое. Не засыпай. Не засыпай. Я просто ее использовал, чтобы тебя не убили с первого выстрела. Может... Боже, что за невезение? Это же бред. Это же самый настоящий бред. Этого не могло произойти. Почему минированный тайник оказался именно на блокпосту военных? Почему? Пизда, ну это просто... У меня вот нет... 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 Но это не везение, лютейшее. Боже, что за дичь? Почему именно этот тайник оказался? А, зачем я воду попил? Я не знаю, зачем я воду попил. Почему я... Вот просто вот вы представьте, насколько мне не повезло сейчас. Могло не повезти. Это просто ужас, а. Это капец, реально. Это просто ужас на самом деле. Я не знаю. Это просто жесть. Ладно, мы выжили это. Я не знаю, мне надо воду попить. Сейчас главное не умереть. Нет, кого сейчас главное? А то это будет мега обидно. Это знаете, сделал невозможно и вылез. Я не знаю, но если бы говорилка была бы, ну, квест на говорилку у меня бы был бы, я бы, скорее всего, не стал бы этот квест вообще даже бы трогать, потому что куда ты собрался там трогать что-то еще. Да, и, кстати, у меня на улице плюс 30 с лишним, и если вы слышите какие-то левые звуки сегодня на фоне, здесь там может пикнуть, не знаю, там, или кто-то проедет. Тут уж сори, я тоже человек, и как бы серию надо записывать, тем более две серии я сегодня записываю, и поэтому, в смысле, по Зеленому Кроуду и вот сегодня ДТР. Поэтому, ребят, поймите меня правильно, если что-то такое слышите, то извините, серьезно. Я виноват, не спорю, но сидеть вот в духоте час, я тоже, знаете, не очень могу. Погоди, а вы по кому стреляете? Я вам как бы РПГ принес. Я не знаю, я сделал то, что обычно не делают вообще, в принципе, своей в жизни. А ну вы, видимо, по крыскам, да, стреляли? Задание выполнено. Ага, все, он РПГ берет, чёстренный. Ха-ха-ха, просто глянь. Просто стой, дай я сам на тебя посмотрю. Красавца, ля какой ты, посмотри. Ля какой, ля, стой. Идет со своим РПГ, идет. Сидорович, ты не представляешь, где я был и что я там видел. Во-первых, мужик, давай-ка мне, наверное, антирады. А, кстати, да, вот у него такую вот пушку, она 1800 стоит. Но у меня есть уже мощненькая, типа, зачем мне такая мощненькая? Хотя она, скорее всего, по квесту пригодится. Вполне себе такое возможно. Так, нахера мне вот это вот. Забираем марихуану, три костыря, гранатки тоже вот лишнее забирай, все, продаем. Ствол, это же обрез, по сути. А здесь у меня ударник поврежден. Эх, накладно это заберу. А вот эту пушку, наверное, все-таки я продам. Хотя это обрез. Ну ладно, давай продаем, наверное. Зачем она мне нужна? Держи, за 1500. Спасибо. Я знаю, что ты молодец. Я доволен. Я тоже, знаешь, как доволен. Я доволен то, что я, в принципе, выжил. И, в принципе-то, я пошел тогда... Куда я пошел-то? На болото пошел, да? Куда мне еще идти-то сейчас? Да, у меня тоже имеется задание. Надо дойти сейчас до болотников, наверное. Так, что можно покушать? На, поешь хлеба. Сейчас запьем, наверное, энергетосом. Хотя у меня все неплохо со стаминой. Вообще все прекрасно. У меня вроде как главный герой бегает, как угорелый. И это хорошо. Так, собственно, ломик давай-ка мы, наверное, пока что уберем. Давай, вот так сейчас. Хоп, все, вот это с кайфом. Давай, заряжай тогда мощенку. Надеюсь, что она не будет прям слишком жестко клинить. Типа, ну она будет всяко лучше, чем обрез. Ну это логично, да? Но, тем не менее, она загрязнена. В общем, военных мы просто как успешно прошли. Я не знаю, мне вот очень сильно не везло и повезло одновременно. То, что они долго чухались, очухивались, то все. Но это здорово, на самом деле. То, что мне все-таки повезло, и вот так вот все вышло. Я мог реально умереть, друзья. Я мог умереть, и был бы ГГ. Но ГГ не будет. А, вон они, нифига себе, они до сих пор там что-то ходят. Видимо, меня ищут, что ли, так на энергетик, чтобы быстрее, подольше бегал. Ну да, видимо, реально меня ищут. Но пусть ищут, в принципе, желаю ему дать, чем могу сказать я, да. Кстати, вон аптечка. Давай до аптечки сбегаем. Думаю, что это не Ария, здесь нет вертолетов, здесь нет пулеметчика, вроде как, поэтому можно рискнуть аптечку стыбзить. Тут вроде как продумана система стелса более-менее, поэтому в этом плане проблем здесь нету. А, аптечка, дело очень важное. Вещь, которая стоит больше 3000. Еще один тайничок тут располагается, давай-ка сейчас мы его обыщем, и он, к счастью, не пустой. Я думаю, что можно кому-нибудь содержимое тайника этого продать. Засранцы все-таки качаются на свои долбанные скрипучие качели. Ну да, шкильник, естественно. Но... Тогда я буду сидеть в духоте, я не ушел, ушел, а так уж и быть. Короче, да, мы продолжаем. О чем продолжаем-то? Мы перешли на болото, собственно. Тут должны быть вроде как бандиты, но в принципе тут надо опасаться только если мутантов. Больше тут никого особо быть не должно, по-моему. Или все-таки есть? Ну тут-то нет, по-любому. Какого тут ты забыла, тварь? Ты еще не одна? Скотина. Ага, расскажешь. В школе расскажешь, тихо, ты пока меня тут
Пытаешься очаровать? Я тебя уже убил, нифига себе, это да, да, оказывается-то. Это что, это из-за того, что я там не в первый день пришел на боту, что ли, хочешь сказать? Да ладно. Типа, если бы я пришел бы еще позже, то что, кровосос стоял бы меня встречал, или что, или как это работает? Да, вот тебе и собаки. Ладно, на всяком случае, хабар ваш я соберу. Опасненький мутант, я что-то совсем не ожидал кто-то видеть, вообще не ожидал, соло совсем. Никак они тут не были, и сейчас такие резко здравствуйте. В принципе, это даже хорошо, потому что их часть тел стоит довольно-таки дорого, по-моему. Да, я слышу кровососа, кстати, тут он есть, это 100%, но ничего страшного. Мы, я думаю, что все-таки мы и его завалим, если будет надобность, так скажем. Здесь у нас что-нибудь есть, опа, бинтик валяется, а это хлеб, господи, тайничок. Дерьмо на самом деле, если честно, но в целом, ладно, нормально, думаю. Еще ящичек, опа, набор легкой ткани, набор для задрочки, нить, опа, кстати, набор для задрочки. По-моему, вещь очень полезная и очень нужная. А где он, собственно? А, это, а, вот он, а, набор для стрельбы. Подожди, нет, вот он, нет, все верно. Я его нашел. Так, можем, кстати, ломик свой выточить, вычинить. Тейка здесь что-нибудь оставили для меня? Оставили, конечно. Какое стекло? Телепатическое стекло нашли, короче. А тут-то? Нет, тут больше пусто. Вот здесь есть они, кстати. Вот в этом вот щитке вроде бы как. Он должен быть здесь. Сейчас давай как раз-таки глянем на наличие тайника. Вот здесь, по-моему, да? Или нет? Вот тут? Нет, не, подожди, а где? Я что-то не понял тогда. Не, значит не здесь, значит что-то я путаю. Ну хер с ним, ладно. И наш ГГ опять начинает уставать. Что ты будешь делать-то, а? Слушай, а может тебе водку, ой, это самое, бинтов сделать? Три бинта можем, кстати, скрафтить себе. Последний домик, где мы что-то можем найти, но тут пусто. Слышал кровососа, у меня есть подозрение, то, что он в церкви обитает. Он больше нигде не должен обитать, кроме как в церкви, все. Остальные места для него необитаемые. Вот тут они еще вроде как присутствуют, но... Ну тут же все радиоактивное, по-моему. Ладно, рискнем. Давай. Таник не пустой, кстати. У меня по весу все хорошо, да и он не заминирован на самом деле. Да, две радиации схватили, три радиации схватили. Но это немного, ладно, это вообще... Фу, ты... Дерьмо из жопы, это не считается, можно сказать. Так, а вот здесь я уже возьму, пожалуй, этот самый дробовик, потому что кровосос может быть где угодно. Это прям факт, это я прям знаю. Он тут тусуется, падаль такая. А может прям на церкви быть, кстати. И на церкви есть парочку тайников, которые я не буду обыскивать, не потому что на высоте, а прыгать в сталкере не надо. Все-таки, извините, я смотрел видосы Фолдара, я сам умирал не один раз. Вот вон там вон на тайнике, тайник там на крыше имеется. Нет, я туда не пойду. Хоть там, не знаю, что-то может интересное и лежит, но нет, мне жизнь дороже, извините. Ну а что, кровосос-то где, собственно? Что-то ты рыкнул как-то это. Все, что ли? Он, может, увидел из кустов, как я собак там завалил, думает, ну нахер. Приду какого-нибудь лоха бандита завалю, чем голдмина. Или как это работает? Но пока что я просто никого не вижу, и, возможно, он реально где-то рядом, просто я его не... Да, вот он есть, падаль такая, я его слышал. Я его слышал прекрасно. Убил? Убил. Так, хера себе. Кровосос, прикинь. Давай забираем. А ты один, да, надеюсь? Ну нет, ну типа, если ты не один, то ты гей. А, стоп, нет, ты не гей, ты получается этот, одиночек. Ну, короче, бред несу. А, надеюсь, что он один. И если было бы их двое, это было бы жестко. Извините, но это реально было бы чересчур для игрока на старте игры. Но тут есть кровосос у кого насосной станции, еще один. Но я имею в виду на этой местности. Нет, ну, тут вообще никого нет, кстати. Он, может, даже этих завалил. Чистнебовцев, которые тут присутствовали. Они тут должны были быть 100%. Так, тайник. Не минирован, забираем. Тут один хлам, серьезно. Сидрич только если купит, и все. Остальным это особо не нужно будет. Так, а что, здесь есть кто? Сюда, я с киркой тут шлясь какая-то. Нет, тут больше никого, скорее всего, не было бы. Поэтому зря я переживаю. Так, ну что, обыскиваем, водочка он, которую нельзя почему-то обыскать. Что? Где еще тут есть тайнички? Так, ну тут я, в принципе, ну нет, даже как-то на лестнике не очень хочу идти, если честно. Ну давай сходим, ладно, на один из тайников. Даже не тайник больше, это ящик. Тайник это когда прям лежит целенаправленно что-то. О, кстати, мы можем на себя шкурки вот всяких повесить товарищей этих. Но нет, я не буду этого делать. Типа, зачем? Троны важнее. Хотя, стоп, вот думаю, что вот так уж сделаю. Да, вот так я сделаю, хер с ним. Потому что, как бы, мощненько я-то особо даже, может быть, даже пользоваться особо не буду. А зачем она нужна на самом деле? Нахер я вообще взял? Так, ладно, вот я вот это вот обыщу. А, тут ничего. Стоп, тут же было. Вот поэтому я и боялся, на самом деле. Вот поэтому я и как бы не хочу по лесенкам лазить, типа, всякое может быть. Ради чего я так вот сейчас надамажился? Да не ради чего, просто так, по приколу. Давай залезай. У меня даже аптечек нет. Ну ладно, у меня аптечки есть, но я не хочу использовать аптечку. ХП у меня пол ХП. Капец, прикинь. Да. А туда тем более не полезу никогда в жизни нет. Это смерть будет, 100% смерть, если я оттуда спускаться начну. Опа. Это кто такой? Что за Иисус? Это что за вас? Он воскрес, ребят. Охренеть, вы видели, что у нас сейчас произошло? Алло, мужик, ты чё? Ты кто такой вообще? Расскажи о себе. Алло, дядя. Фига ты. Слушай, все вопросы... Охренеть, ты какой-то от натуре, ты волшебник какой-то. Воскрес просто. А чё, здесь этих ящиков нет, хочешь сказать, что ли? Или чё, или у меня... Да чё за троллинг? Подожди, тут же были ящики, алё. Что нашел? Инструменты для грубой работы? А, вторые, блин, ну нет, так-то нифига себе. В ящике дропнулись инструменты. Охренеть. Ну это сколько? Ну, я не знаю, ну надо кому-то их либо отдать, либо чё, ну... Или чё думаете? Не, ну по-любому за них ещё денег до хера дадут, если я сдам кому-нибудь. В виде, ну просто продам, точнее. Блин, нифига себе, вот это здорово. В ящики дропнулись.
здесь. То есть так могут чисто в теории калибровка дропнуться, да? Или это слишком уже зашкварно будет? Ну, хрен его знает. Дошел, значит, до рыбацкого хутора. Здесь у нас тоже имеется парочка тайников, но пока что я не могу их найти банально. Ну вот, нет, тайник тут имеется один, ящиков много, да, присутствует комплект картографии. Так, неминированный тайник можем использовать. Бетонная ванна. А зачем, кстати, вот это я, ну, типа, ну, бетонная ванна, да, типа, ну, отметка появилась. Ну, и появилась, и появилась, нет, чё с неё. И я, типа, и так знал то, что здесь, вот, не знаю, шок. Ну, нет, я не знал то, что здесь шок, но, допустим, я знал то, что здесь электро. Типа, зачем? Это как-то опыт повышает или что? Либо репутацию. Хотя, нет, подожди, какую репутацию? Наверное, опыт повышает всё-таки. Да, наверное, опыт, судя по логике, но эти вещи также можно продавать. Вот эти вот картографии, комплекты для картографии. Причем, по-моему, рублей за 700, ну, типа, извини меня, 700 рублей, это, по-моему, это консерва так стоит. Так что хрен его знает, как правильно такие вещи использовать, если честно. Подскажите в комментариях, может быть, все-таки я что-то не так делаю, либо же делаю все правильно, не знаю. Здорово, Агао, работа. Сразу давайте Агао работу набираем. Клей момент. Ты дурак, что ли, клей момент? Какой тебе момент? Какой тебе клей, наркоман? Ты сразу клей ему надо, а? Чистое грязное небо, собственно. Еще раз. Мне работа нужна. Я хотел работу, да. Так, кому охоты увлекаешься, увлекаюсь. С бандитами не буду я биться. Печень слепого пса. Вот матерый кабан, это тоже завалю. Еще работа имеется. Бандиты. Это на севере. Опять бандиты. Ой, не хочу. Вот что, сердце слепого пса, охота на дичь. И что надо? Охота на дичь найти. 5 сердец слепого пса. Ну, я не знаю, где-нибудь, может, тебя я такое найду. Так, мясо кровососа, мясо собаки. А это сколько ты возьмешь? За 3 косаря. Вот это. Не, вот это я не зря находил на самом деле. Вот это хорошо. Так, подожди. Наносит здоровье среднее, а у этого какой? У этого. Слабое. Так, а у этого какой? Слабое или среднее? Слабое, а у этого слабое. Все, тогда мы оставляем среднее. У этого сильное вообще. У этого слабое. Продаем. Хлебы. Ну, хлеба, ладно, хлеба пока оставляем. Все равно надо что-то жрать, поэтому на пофиг, в принципе, оставим. Что у нас по деньгам? 17 тысяч, кстати. Нормально, нормально. В целом неплохо. А у тебя что? Работа имеется какая-нибудь? Медицинский набор. Да всем он нужен. У кого не спроси, всем нужен набор этот ваш медицинский. Что тебе продать можно? Продавать? Не, я бы тебя купил, на самом деле. Вот я бы у тебя купил вот это, у тебя это все очень дешево стоит, да? Антирад у меня, в принципе, присутствует один. Больше нечего, да, вот такого брать. Ну, бинтики 2 возьму, бинтика, все, на 5000 медикаментов купили. На первое время, думаю, нам пока хватит этого, 100%. Так, барвинки сразу же жри, занимайся чем хочешь. Барвинки кушай, потому что хпшка не на фуловом далеко уровне у меня сейчас. Так, а ты у нас что такое, что тут делаешь? Какие люди на верблюде, собственно, да, это я. Давай, 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 хорошо. Опа, ученые что-то тут делают. Кого? Что происходит вообще, я не понимаю, реально. Ой, логово мутантов недалеко, надо выполнить, пойти. А что ты тут делаешь? А, бинт, а можешь найти? Какой сложный квест. Ладно, плюс реп от кого-то, ученых, да, по идее. Это ты же ученый? Эколог, в смысле, да? Эколог, да. Ля, 8000 аптечка. Кстати, можем на инструменты выменивать, но это бред. Так, подожди, экологи у меня 25. Ну, нормально, а было 0. Нормально, да. Стоп. Так тут смотри, он тоже эколог. Чего? Какого тут забыли вообще экологи? Что за бред? Не мое дело, наверное. Так, работа есть, но теперь имеете. КПК шустро мы доставлю, больше работы нет. Ясно, понятно. Инструментики возьмешь, 3000. Ну и держи всякую бильберду. Так, мне нужен один набор для розжига, пожалуйста. Квестик, да, у меня квестик с баре висел на это. Все дело. Так, может я квестик купить, кстати? Но почему нет? Ну вот реально, почему нет? Я думаю, что можно. Как раз у меня патрики даже к нему имеются, так что серьезно, давай. Так, продать, продаем. Ага. А можно, кстати, могу я уже, мне кажется, и продавать. Ну, не знаю, лишний вес. Да давай, наверное, реально как-то может все выменить получится. Либо продать, либо подарить. Как-то не знаю, если я, наверное, бегать даже не буду особо. Здорово, мужик, рага. Можно выменить все некоторые вещички. Значит, на тебе газеты. На-на-на-на-на. Вот это вот все. Мне это не сдалось. На нитку тебе, я не знаю, зубы там себе почистишь впервые в жизни. Что еще тебе надо сдать? На это я пока оставлю для себя. Ну, все, давай на 600 рублей мне что-нибудь. Ах, ра, я надо сначала посмотреть, есть ли у тебя. А, ну вот, есть. Так. Тогда давай вот так, наверное. И мне рассказывали, что если ты бегаешь с гранатопатронами, то у тебя пушка быстро ломается, а это, кстати, не есть хорошо. Поэтому вот такие вот дела. Так, давай вот так сейчас сделаем и продаем тогда вот это вот и вот это мы. Хотя, стоп, это сейчас, наверное, я в обмене использую лучше, да? Наверное, да. Да, наверное, я в обмене использую. А вот патрики, давай-ка еще хотя бы обойму. У тебя имеется? Нет, лишнее. Нету? Ну ты чмо. Ну, хер с ним, ладно. Я думаю, что потом кого-нибудь куплю. Дроби у меня много. Так, пойдем-ка еще всякие вещи выменивать тогда. И вот квестик имеется. Сейчас мутантов будем гонять, наверное, туда-сюда. Во, водка, кстати. Давай вот как-нибудь. Подожди, нет. Сначала надо предложить тебе что-нибудь. Вот на 2000. Давай, на 2000 я тебе вот так предлагаю обменяться. А вот мне, кстати, нужно было сердце собаки. Да хер с ним, я сам иду, наверное. Давай вот так обменяемся. А потрошки мы сейчас, значит. Во! Сейчас, подожди, мне кажется.
кажется, это лайфхак, назовем. Мы можем же, да, мы можем же обратно с ним вот так вот обмениваться. В натуре лайфхак, но он, наверное, не всегда работает на самом деле. Так, ну 200 рублей, что можем 200 рублей у тебя приобрести такого? А вот давай-ка леденцов на 150 приобретем. Все, нормально. И сейчас же их съедим. Мне, кстати, еще болотный доктор нужен. Возвращался словно, кого тебе надо, достанешь документики, документы достать. Это я достану, подожди, а далеко ли? А, недалеко. Ну хорошо, достану. Только ты не умирай, ладно. Так, ставим мутантов, это тоже изи. Где? А вот такие потрошки я бы, кстати, выменил бы у тебя. Давай-ка, может быть, хлебами, сишками как-нибудь. Вот так, давай. Не получается. Ну, давай, ладно, хлебами и сишками. Вот, все, с кайфом. Теперь патроны хотя бы имеются у меня. Все, давай, может быть, вот так тогда сейчас вообще сделаем. Потому что пестик так-то вечно, наверное, нормальный. Так, ну все, я уже, наверное, у большинства взял работу. Так, а контакты болотного доктора есть на базе? Болотного доктора нет на базе. Ну хорошо. Ну, че он это. А че он это делает? Я не знаю. Что-то забыл здесь. Странный чел. Болотный доктор. Ну, он, видимо, ночью проходит, да? Ну, видимо, да. Ну что, пойдем тогда сейчас квестики выполнять. Он тут как раз недалеко. Возможно, кстати, это два квеста разных, просто одна метка. Мы полетели. Но благо, у меня есть тут метка, по которой могу сейчас ориентироваться и спокойненько этих мутантов убить. Так, кстати, дай-ка я еще барвенок один использую, чтобы уж прям совсем хорошо себя чувствовал в перспективе. Мутанты, алло, ну если что, будут простые какие-нибудь кабанчики, там, не знаю, почки и прочее. И на максимум собаки. Че, есть кто? Я пока тут никого не вижу, но они есть. Да, они прям близко. Ну и че вы, это самое, где вы? Кого? А, вон. Ну та собака дефолтная. Куда ты убегаешь? Ну вот сейчас они будут по кустам меня туда-сюда гонять, а? Я старый пожилой человек, ну ты куда? Ты че, единственная, что ли, тут? Серьезно? Да ты дырофлишь, что побежали за тобой, че могу сказать? Да, я же... А, вот, возвращается. Нет, она троллит меня. Нет, она, кстати... Нет, она реально убегает, стрим. Может, это какая-то ловушка? Может, меня к чему-то приведет? Но, по идее, если она пойдет на насосную станцию, то я все равно капец. Она вряд ли... А там же тупик, ты там никак не пройдешь. Да, никак не пройдешь. Так что... Смерть. Не все, кстати, на этом. Нет. Это не все. Чего? Как она тут оказалась? Что за бред? Ладно. Я думаю, что там, может, ее даже завалят. Я пока вот до кабанчика схожу. Раз уж я сюда пришел, почему нет? Тут, кстати, чисто небо. Да, чисто небо это хорошо, потому что иначе пришлось бы с бандитами разговаривать, а это такие все типы и прочее. Так, радиация 3. Нет, так ты же умрешь, тут уже подход к базе. Как там живешь-то? Ты же должна уже умереть. Хер с тобой, ладно. Так, мы же точно чисто небо. Да. О, ремонт, модификация. Что? Ну, давай ремонт за 3 рубля. Спасибо. Я, кстати, вырубил длинный ремонт без низки. Если ты смотришь, выруби его тоже, если он у тебя стоит. То врубай, да, так, вот давай, вот это почини. Все, я починил, отлично. Тайник тут, к сожалению, пустой, но сто имеются ящики, причем в довольно-таки большом количестве, но все они пустые, да? Нет, набор заточки нашел, кстати, неплохо. А, надо было нож тебя поточить еще, аптечка плюсом. Подожди, мужик, нож поточи мне, пожалуйста, рублей так за 200. А собачку что, грохнули, хочешь сказать, что ли? А, возможно, она просто с радара пропала, так, сколько за 100? Давай, да, молодец, умница. Вот тут еще тайник имеется, он, кстати, не пустой, и в нем имелось много всякого хама, который можно при обмене на что-то обменять. Либо же продавать, но только если Сидорович. По-моему, вот тут должен был быть кровосос. И в следующей серии, друзья, мы отправимся, собственно, добивать этого кабана и добивать вот этих вот собак, которые тут тусуются, выполнять еще вот это вот задание, скорее всего. Ну и потом будем, наверное, идти на кордон и исследовать уже другие локации на наличие чего-либо. Ну а с вами был Голдман, всем всего наилучшего, до встречи, всем спасибо. Всем спасибо, кто посмотрел данный ролик. Надеюсь, что также вы заценили его у Безницкого. Ну и всем пока-пока, удачи, не болейте. До встречи.